Всем привет, у нас сегодня опять флеш-игра, будет головоломка, называется Broken Horn. Давайте посмотрим, что это за головоломка будет. Первый уровень я посмотрел, но я так и не понял смысла. Нам надо как-то молотками дотолкать, а там еще и время вон идет с черепками. В общем, нам надо этими молотками как-то дотолкать вот этого непонятного чувака до ворот. Ага, значит, есть, короче, красные чуваки, которые могут меня убить, да? Ой, я успел. Какая-то ачивка даже у меня. Так, а чё, куда? Этого я бью? А как тебя? А как его? Погоди, как его запустить? Я чуть не пойму, стой. Как его запустить? Почему он не бежит? Так, стоп. Что-то я не то надо сделать, да? Вот эту надо. Оп. Этого сюда. Во, все точно. Я просто не так сделал. Так, значит, что это сюда? А, я понял. Я понял. Все, тихо. Назад. Надо сначала щит поставить. Щит от этих копьев. О, кольев. Блин, ну так-то на время это сложненько. Значит, погоди, это что это сюда? Это сюда. Нифига, их можно бить? И как-то можно бить, если типа на них падаешь? Да, оп, пошел. Оп, пошел. Блин, его надо пропустить, да? Стой, так, давай сюда, сюда. Сюда. Да как-то, погоди, сложно. Стой, стой, у меня... Погоди. Так, он откатывается, там можно несколько раз бить. А, все, я понял. Так, значит, делаем вот так. Запускаем. Все, нормас. Какие-то ачивки вон полетели. Так, игруха какая скоростная. А, надо было пропустить, надо было пропустить. Здесь надо, короче, думать прям быстро. Сюда. Да, блин, надо подождать. Да, надо подождать, пока тут пройдет. Давай. Оп, пошел. Полетели. Хорош. Да, блин, ну почти же. Так, ладно, давай. Так, ждем, полетел. Да куда, в смысле? Блин, я чуть не знал, что она может так опуститься. Все, полетел. Короче, я понял, все. Да, я понял, давай. Иди, оп. Оп. Все нормально, теперь да. Так, что это за труба? Ага, я понял. Так, нам кого надо... А, я понял, щит. Вот, сюда, хорош. Блин, так быстро все. Это что, босс? Это босс. Погоди, а как с боссом биться? А как мне босса бить? Что я ему могу сделать? А, во-во, я понял, давай. Опа! Да в смысле, у босса 3 жизни, у меня 1? Это что-то нечестно, по-моему. Короче, в принципе, я догнал суть. Давай назад. А как? Погоди, я теперь ни в одну, ни в другую сторону не полечу. Я чё-то... А как? Погоди. А, надо специально ждать. Я догнал. Надо, короче, до конца, чтобы он до конца доезжал. Босс файт, блин. Так-то сложненько с боссами-то. Нет, значит, надо. Он все-таки можно не до конца доезжать. Где-то его можно поймать. Блин, как-то вообще что-то непонятно. Да что ты не опустился-то, а? Да что ты, давай, опускайся. Вот, все. Вот назад. Блин. Да он на этот нос попадает, погоди. Давай еще раз. Давай. Да быстрей. Так, он полетел вниз. Вот я. Да капец. Пес, погоди. Тут надо, походу, все равно до конца. Может, он когда-то там побой. Ничего себе, тут тоже время идет. Тут как-то его можно быстренько завалить. Да как его убить, я не понимаю. Погоди. Ну-ка. Раз, два, три. Я не понимаю, как его бить.
У меня есть идея, но она чуть не рабочая, нифига. Ну как? Как тут? Тут ходить вообще можно? Нет. Нельзя ходить. Ну, как его бить-то? Стой, я чуть не пойму. Может, тут что-то нажать можно, я не знаю. Оп. А, блин. Все, я понял. Я думал, его-то надо это, чтобы он в него врезался. Тут просто нажимать надо. Что ж такое? Ой, хорош ключ взял. Блин, я на 3 черепушки не прошел, да? А, не прошел. Блин, я-то думал, что тут только все на этом зелененьком чувачке завязано. Оказывается, нет. Ух, и босс этот меня, конечно, подставил. Так, ну я теперь догнал, как, в принципе, с боссами работать с этими. Надо было вот это нажать, да? Да, точно. Надо было нажать вот эту кнопочку. Жмись, жмись, жмись. По-моему, я чуть не то сделал, ну ладно. Так, сюда, 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 пож... Бейся, сюда. Ага, все, догнал, догнал. Значит, сюда, ну нажимай, сюда, сюда. А, уберись, уберись, пожалуйста, быстрее, быстрее. Все, успел. Ничего себе, все на третьих прохожу. Так, а как? А, надо было его сдуть. Точно. Короче, делаем вот так, сюда, 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 сюда. Всё. Вообще, вот просто на раз-два. Я просто раскусил эту игру. Ой, что-то я не до конца раскусил. Давай, быстрее. Оп. Надо было вот этого красненького убить. Блин, нет, плохо, плохо. Надо подождать, пока он придет. Во. Во. Вот теперь нормально. Но уровень, кстати, что-то совсем несложный. Ух ты, ничего. Ничего себе, вот это у него глаза какие-то там были непонятные. Что это с ним? Как это вообще? Да в смысле ты меня убил, камикадзе? Я еще такой тут камикадзе. Блин, надо подождать, пока он уйдет. Так давай, чувачок, уходи. Это черви или что это? Я не понимаю. Короче, эта хрень их убивает, а нас нет. Это, кстати, хорошо. А, блин. Что-то я плохо что-то получилось. Давай, оп. Оп. Нет, что-то совсем какие-то простые уровни. А, так. Это сюда, это сюда, это сюда. Это сюда, это сюда. Нормально. Я не знаю, того можно было убить? Ну, как-то пофиг. Мы прошли без этого. Так, значит, давай нажимай. Пошел. Погоди. Погоди, 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 погоди. Так, давай. Оп, оп. Что-то не работает. Схема моя. Да как? Погоди. Погоди. Может, его можно перевернуть еще и назад? Ну-ка. Ты можешь перевернуться сюда, не? Стой, что-то я не пойму. Может, мне ничего не надо нажимать вообще? Так, ладно, ладно, стой, 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 стой. Жмем эту. Нет, надо все-таки эту нажимать. Так, стоп. Давай. Оп. Во, 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 все, 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 да, да, так. Как я и хотел с самого начала, только у меня вначале почему-то не получалось. Бах. Да как его это убить? Вот этот чувак мне будет мешать. Бам. Да блин, погоди. Как мне того красненького убрать? Как мне этого пса? Ладно, стой. Так, все, собрались. Значит, включаем эту. Давай, огонек. Труба. Эта хрень. Ой, тихо. Давай, да. Во. Да блин, как мне этого красного пса убрать? Он не подыхает же никак. Бах. Да чтоб тебе.
Так, вот теперь я что-то совсем не догоняю. Нет, надо, наверное, очень высоко, чтобы он подлетел, чтобы я его повыше закинул. Давайте попробуем так. Так, ладно, все, надо с огонька начинать. Огонек полетел. Вот. Вот. Вот, да, надо было просто его выше подкинуть. Так, это что, это сюда? Ой, тихо, это надо было назад. Ой, какая-то кнопка есть, что это делает? А зачем? Что-то, что за лифт за какой-то непонятный? Как-то вот я с этой что-то не пойму с кнопкой. Ну, а как ее закрыть? А, во, оп. Да, погоди, а смысл? Стой. Я не понимаю, что делать-то надо. Так, стоп. Так, заново давай. Значит, это сюда. Оп. Короче, это какая-то попрыгушка, только я не понимаю, как она работает. Так, вот это запарно сейчас, вот это очень запарно. Не понимаю. Стоп. Она что-то выше становится. А смысл от того, что она выше. И как она выше становится, я не... совсем не пойму. А, ё-мо. Надо удерживать было, а я же... Блин. Чё ж я сразу-то не понял? Но это другое дело. А, так. Так. А вот здесь так-то сложно. А, все, я понял, где чубочка. Вот. Вот. Оп, пошел. Все. Блин, что-то, кстати, уже не так легко. На самом деле. Опять босс какой-то. Босс-пес. Ой. Они, у них у всех жало, да? Так, ну этого босса мы пока не знаем, как бить. А как мне ее... А. А, вот как его надо. Ой, тихо, вниз давай. Давай. Оп. Ну, какие-то боссики такие никчемные. Давай. Оп, полетел и сдох. Опа, она. Ключик, ворота. Все. Изи, легчайший. Не, ну с боссами, конечно, прикольно драться. Поприкольнее, чем просто уровень проходить. Ой, свалил. Бах. Ну вообще просто уровни, говорю, щелкаем просто так. Ой, что-то не то сделал. Так надо было, да? Так, ладно. У меня уже голова кипит от них. А, значит, это сюда. Это сюда. А, что нам это дает? Погоди. Так, стой, я что-то... А нахрена нам вообще-то надо? А, нам надо бочку, да, все, чтобы она нас... Ясно, ясно, значит, это так, это... Ой, стой, это не надо, уберись, пожалуйста. Так, это сюда. Да в смысле-то... Блин, это так-то много всего надо нажать. Тогда поднимайся. Оп. Ты сюда, оп. Блин, ну это очень сложно. Это прям до хрена чего надо нажимать. Это прям капец. Это прям вообще ужас. Да блин, я не успею так. Так, ладно, значит, собрались. Это сюда, это сюда. Сюда, блин. Я понял, как пройти, но это реально надо очень быстро все делать. Надо, короче, главное не очень сильно поднять, да? Ну нажмись-то, пожалуйста.
Нет, надо. Ладно, все, тихо. Тихо, собрались. Думаем. Думаем, как пройти нормально, чтобы все успеть, чтобы все получилось. Жмем. Успели, хорош. Я успел, давай, побыстрее, пожалуйста, толкай. Давай, быстрее, ползи. Три. Да, есть. Ну это, ой, что это? Гильотина. А, надо челика под... Все, я понял. Так, давай, ты пошел, значит. А, да, все, надо нажать, да. Значит, нажимаем, оп. Да, а, все, а то я думаю, что не работает, я ж нажал. Так, гильотина у нас в ход пошли. Ой, надо стоять, да, я понял, вот так. Опа. А, надо был огонь, да. Значит, огонь. Включаем. Опа. Выключаем. Опа. Быстренько проходим. А, что-то много всего. Погоди, много. По башке это уйди. Уй, стой. Стоп. Значит, ты падаешь. А, погоди. Значит, давай так. Давай так. Падаем. Стой. Что-то не то. Ну вот это по-любому, да? Или нет? Или да? Погоди. У меня уже просто голова от этой игрухи кипит. А как нам этого чувака убрать? Так. Угу. И что нам это дает? Я вот сейчас, кстати, не понимаю, как его убить или что с ним надо сделать. А, перекинуть его, что ли, или как? Погоди. Значит, так. Ну, короче, что-то типа того надо было сделать. Так, давайте, наверное, еще до боссика до одного дойдем. Если дойдем, конечно. У меня уже что-то голова кипит, честно говоря. Блин, а вот это что? А, сложненько все. Все весьма сложненько. Так, значит, подрубаем огонек. Тебя сюда. Тебя сюда. Тебя. Тебя сюда. Да блин! Все, стой. Стоим. Сначала надо убить вот этого чувака. Погоди. Оп. Ой. Двойное убийство. Дабл килл. Так, огонек. Тебя. Воздух один. Точнее, он единственный. Так, давайте мне третьего боссика. Давай, где босс? Где боссик? Опа. Полетел. Опа. Вообще, просто так этот балды сделал уровень. А, так, сюда, значит, наверное, да? А, оп. Ой. Чё-то убил немножко. Но я, в принципе, понял уже, как пройти. Да блин, ну чё ты своими рогами цепляйся, а? Ну не цепляйся ими. Так, огонек, погоди. Огонек эту хрень. Включили. Включили, оп, полетел. Давайте, о, вот он, босс. Ничего себе, что это за хрень? Что это за... Что он делает? Надо, короче, вон на те коле, да? Я понял. Давай наверх. 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 Давай, я наверху. А, он также бьет, да? Давай, на коле, на коле. На коле. Молодец. Так, давай еще на коле, на коле. Полетел, молодец. Оп, ключик, ворота, все. Мы все уровни на три черепушки прошли, просто все. А, мы вообще всю игру прошли, да? Вот, прошли. Вот босс один с черепками. А, где еще босс? Еще босс. И вот. Каждый девятый уровень... А, нет. Да, девятый уровень босс.
Ну, мы, короче, всю игру где-то за 20 минут прошли. Довольно неплохо, прикольная игруха. Правда, я что-то от нее подустал. Может быть, не от нее, просто, может, подустал. В общем, интересная довольно игра. Я, в принципе, не пожалел, что поиграл в нее, прошел ее. Боссики, конечно, какие-то не очень были однообразные, делали одно и то же. Но, в принципе, игра хорошая. В общем, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, пишите комментарии, и всем до встречи, всем пока.